Выскочим. Так, короче, мы ищем хеда админа. Где наш хед админ? Привет. Где наш хед админ, который еле живой? Миша. Лифа. А? Где Кабо? Там. Ему тяжко. Я понимаю. Так, где Каба? Вон в углу. О, слова. Ну ты, говорят, немножечко перебрал. Да, слушай, не особо себя чувствую. Ну, ты по-папски, наверное, принял просто, чтобы почувствовать себя настоящим отцом. Я чувствую потихонечку. Ну, давай, скажи в двух словах, как продвигается организация Чемпа, которую ты устроил. Ну, тут Макс помогает. Сейчас мы разблокируем машину. Останемся раз, уже начинать будет. Ну, народу, я так понимаю, не очень много. Наверное, можно управиться довольно-таки быстро, да, если постараться. 16 человек, если с тобой будет 17. Я так понимаю, просто от тебя, что может ты сделаешь с помощью твоего помощника, а дальше уже как пойдет. Ну, получается так. Ну, ты как сегодня, готов будешь интервью брать или не в состоянии? Готов, конечно. Я через на полчаса уже. Окей. А начало примерно на сколько планируется? Планировалось 12. Сейчас должны Миша там доехать, а их со слоном. Ему как бы хорошо совсем стало, подальше остаться. Вот. Ну реально, наверное, минут через 40 начало. Ну давай, удачи, короче, вам в организации. Будем ждать интервью.